Да, я за тобой иду. Впереди аккуратно лесенка, видишь? Давай, пойдем сейчас туда, где их кормят. Сейчас спускайся аккуратно, под ноги смотри. Под ноги смотрим. Папа. Да. Там все. Молодец. Там все. Там все, да, кушают. Голубиный ресторанчик, да, сынок? Там все. Ой, смотри, к тебе все, сынок. Мне на руку прям сесть хотел, ты представляешь? Ты видела, мама? Поцарапал даже руку мне, брат. Эй, отвали! Ты прикопался ко мне, слышишь? А ну, идите сюда. Ничего себе, ты глянешь. Иди сюда, сынок. Ну, пошли, капец какой-то. Так. Они голодные, надо кушать. Иди. Ножки не надо, родной. Так, знаете, вы. Это палочка специальная. Ну как тебе отдыхается? Да. Хорошо. На мороженое вкусное? Да. Все наелся? Нет. А ты показываешь, да? Хорошо. Нет, сетка. Сетка? Да. Понял. Он кусает сетку, что ли? Да. Ну что-то у него голова какая, да? Ой, страшно. Ну кто же сетку кусает? Траусяша, ты Траусяша. Нету. Надо кушать он оттуда с миски своей, да, сынок? Да. Иди кушай туда, страус. Вот и сын. Голова большая. Большая голова. Теперь кушает сетку. Понятно вам? Второй кушает сетку. Нет, кушать надо оттуда, да, сыночек? В миске своей, синей. Да. Голова большая! Так, ну что, дальше поедем? Поехали. Пока эти страусы, мы к другим страусам. Слушай, а вы прям так близко, да? Да, близко. Ой, это какой-то козырный вообще. Ух ты ж какой. Ух. Дай, пошел. В дверь пошел. Ушел куда-то, да? А в окошке смотреть, да, можно? Можно в окошке. А что там? Ну, она говорит, здесь нет. Туда чуть дальше трехнедельные малыши будут. Которым 3 недели. Тогда вам это не пускают, потому что... О, еще один, да, сынок? Ух ты! Ух ты! Большой! Сейчас встанет, смотри, сейчас встанет. Вот у него лапы здоровые, как встает, сидит он небольшой. Привет! Смотри, ну, вы зайдите туда, по-моему, да? Где коньки? О, смотри, смотри, что он делает. Смотри, что он лежит. Прилег, да? Большой. Большой. Страус, иди сюда. Страус. Страусяка? Дай. Страус. Гуди. Ну что, нравится тебе на страусиной ферме? Папа. Да. Это...
Это страус. Скажи, страус. А мата. Пойдем. Ой, смотри, еще один пришел. Привет. Опа. Ух ты, смотри, сынок, какой красивый. Слушай, это, наверное, он, что-то он быкует. Привет. Сетку. Сетку опять. Опять сетку будет сейчас кушать. Привет, привет. Какой ты красивый, грациозный. Да, он быкует, быкует. Смотри, лапы какие, да? Да. У него что, по два пальца? Да. Ты видел, сынок, у него по два пальца на ноге всего. Два пальца, видишь? Пойдем туда. Пошли. Очень красиво. Пошли. Это он, видишь, это он самка, наверное, это самка сидит. Наверное, самка. А это, наверное, самец пришел. Малыши. Вот этим малышкам 3 недели сказали. Как быстро они выросли прям. Так открыть. Они выбегут, они маленькие, зайка. Маленькие. Видишь, какие вылупились. Да, смотри, он, смотри, кушает эту сетку. Биг Тейси будешь? Да. Я тебе буду Биг Тейси, там будет. Какие вы красивые. Куси, куси, там никого. А тут никого, да. Сейчас мы кроликов пойдем. А ты видишь, мы уходим, они уходят, нам неинтересно. Да. Мы приходим, они смотри, начнут тут уходить, смотри. Да. Ну, мы идем, они сейчас будут уходить. Ну да, ух ты, фазаны, смотрите, какие фазаны. Да, фазан, да? Да. Сейчас. Что ли там? Курочка. Фазан дует. Она закрыта, зайка, мы отсюда выйдем сейчас на улицу. Там есть выход, сейчас посмотрим еще там водичку там можно. А павлины? Иди, кролик. С кроликом пойдем, да? Ну, пойдем. Ух ты, как пупо-пупо. Папа, пусто где? Пусто, да, мой родной, пусто. Это пустые клеточки. Чуть кроликов мало, да, сынок? Да, мало. Съели кролика. Не сам. Не сам. Там мало, сыночек, я думал, что будет больше. Как-то маловато кроликов. Ну, он сидит большой какой. Папа, домик. Домик, правильно. Смотри, они пьют водичку, кролики. Да. Видишь, кролик? Не сам. А, окей. Сам. Не сам. Нет. Да, пьют водичку, смотри, маленький. Папа, сынок. Там. Ну, пойдем там. О, смотри, какой маленький. Ой, смотри, ток, кушает. Правильно, мой золотой, это ток. Смотри, кушает. Смотри, кушает, так. Ну, красивый. Ну, так расскажи, страусов видел? Да. Понравились тебе страусы? Да. О, смотри, еще курочки. Курочки здесь, видишь, гуляют. Там вода, да. О, грибы. Грибы. Какие-то грибы, у нас тут поганки. А может, они поганки. Стоп! Мама, стоп, грибы. О, смотри, павлины. Пойдемте посмотрим сейчас. Давай ручку. Там мы к ней воде прям не спустимся, родной мы. Она слишком, видишь, далеко. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдем павлина посмотрим. Вода, ну это нам на море надо ехать, чтобы вода была прям сюда. Сюда. Поднимайся. Павлинчика посмотрим сейчас. Да. А на море завтра съездим, если хочешь. Сегодня здесь погуляем, а завтра на море, хорошо? Ну, все, договорились. Так. Вот они, смотри. Павлины.
Небо увидел, что ли? Смотри, пойдем, какие шерстяные, смотри, смотри, сынок. Смотри, у них на голове брумбуляк. На голове брумбуляк. Видишь, какой-то брумбуляк. Он тык-тык-тык. Беленький. Вы какие классные. Вот, видишь, у него на носу какая-то бульба, да? Да, бульба. Пошли-ка, смотри на маму. Нет. Ну ладно тебе. Бульба какая-то, да, сыночек? О, яйцо! Где? Вот. Да, правда, снесли. Тебе видно, родной? Нет. Подниму сейчас тебя. Вон там, видишь, на сене. Сено вот это. Да. Видишь, смотри, яйцо снесли они. Увидел? Да. Ладно? Да. Ну, пойдем, посмотрим тех курочек. Как я тебе, родной? Нет. Да, не, нормально. Там, смотри, там тоже какие-то курочки красивые. Да, какие-то курочки. Нужно целовать курки. Это какие-то тоже курицы, сыночек. Декоративные куры. Золотистый падуан. Папа. Папа. Да. Это коряга. Это коряга, дерево кусок. Красиво, сынок. На уфото, на уфото. Снимай мне. Не надо снимать тебя? Да. Почему? Ты такой красавчик? Нет. Ну ладно. Иди. Ой, какие курочки красивые. А там уже все, наверное, тупик, сынок. Да, обратно пойдем. Смотри, у них огорожена какая огромная территория, да? Папа, смотри! Что там? Вот за... там. О, еще куры, да? Ну пойдем посмотрим. Там. Ой, это другие причем, слушай. Ты маленький. Молодец, сынок, мы думали, что уже все, а тут еще он есть, видишь? Всякие куряты. Куры, 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 куры. Бля, какой мохнатый. Папа. Вот волосатый кто, мама. Да, не говори. Папа. Я даже не вижу. Что? А? Вы что? Вы что? Яйцо? Да там домики. В домике яйцо, думаешь, да? Да. Понятно. Так. Трактор, видишь, стоит? Вон. Ну, сверху. Вон. Видишь трактор? Да. Пойдем вокруг сюда. Меня забыли, мама. Сейчас я тебя возьму на ручку, посмотрим. Смотрите. Вот. Слушай, маленькие, да, много, маленькие, да, какие? Ага. Вот это да. Да, глянь, сколько яичек. Да. Ну, какие маленькие. Слушай, а что это они не собирают? Они же подолбят их. Ну да. Надо хотя бы немножко оставить, а то они уже большое количество здесь. Да. Нормально несетесь, молодцы. Ну, такие куры, куры. А столько несетесь. Китайские. Китайские везде, по-моему, несутся очень много. Китайцев столько много, миллиардов на планете, да, сынок? Они куры. Такие же здесь. Можно туда еще, видишь, пойти. Там приди. Можно выйти к воде, по-моему. Да. Да. Пойдемте. Давай, мам. А, коляску не бери. Да. Сюда ближе подкатишь, да? Ага, да. Отгадать это? Ну, я думаю, что это треугольник. Да. Ну, отлично. Треугольник. Да, потому что мы сможем выйти вот по дорожке туда, там, где пришли. О, еще тут какие-то куры, смотри, сынок. О, курчавоперые. Декоративные курчавоперые куры. Оп, умничка. Оп, умничка. Умничка. Так, вот такие стоимости беседок. 1700, 2500. Поехали дальше. Яма, да, правильно, сыночек. Да, островочек, да? О, да, вон гуси плавают. Это дикие. Ямка. Да. Ямка. Ямка. Угу. Так, здесь аккуратно. Сильно не прыгай, не топай. Папа, вода. Вода, да. Ставьте лайки. Пока-пока.